Всем привет! Сегодня на канале Булочка ТВ вас ждет рецепт очень вкусного меренгового рулета с малиной и голубикой. Оставайтесь с нами! Булочка ТВ. Итак, что же нам понадобится для приготовления рулета? Белки куриных яиц, сахар, сахарная пудра, кукурузный крахмал, лимонный сок, щепотка соли, сливки, сыр маскарпоне, миндальные лепестки, а также голубика и малина. Количество необходимых ингредиентов вы найдете в описании под видео. Для начала нам нужно отделить белки от желтков и взбить их щепоткой соли на средней скорости миксера до пышной пены. Ну вот, пена у нас появилась. Теперь частями всыпаем сахар и взбиваем массу до белых устойчивых пиков. Взбивать нужно минут 5-7, чтобы сахар полностью растворился. Как проверить, что белки взбились именно так, как нам нужно? Переворачиваем чашу, и масса не падает. Тем временем подготовили лимонный сок и крахмал. Сейчас мы это добавим в белковую массу и хорошо перемешаем миксером. Сначала добавляем лимонный сок и перемешиваем. А теперь добавляем кукурузный крахмал и также перемешиваем. Застилаем противень пергаментной бумагой. Теперь выкладываем на него взбитые белки, распределяя по всей поверхности. Вот так это все выглядит, а теперь сверху белковую массу посыпем миндальными лепестками. Если вы еще не подписались на наш канал, самое время это сделать. Нажмите на кнопку «Подписаться» и колокольчик. Все можно ставить выпекаться в духовку, разогретую до 150 градусов, примерно на 35-40 минут. Режим без конвекции. Для начинки и украшения я буду использовать малину и голубику. Очень люблю эти ягоды. Но этот рулет можно также делать и с вишней, и с манго, бананом, клубникой. В общем, с чем ваша душа пожелает. Корж испекся, достали его из духовки. Очень вкусно пахнет. Его нужно положить в перевернутом виде на решетку, застеленную пергаментной бумагой, и в таком виде оставить остывать. –
пока корж остывает, займемся приготовлением крема. Для крема нам понадобится сливки, сыр маскарпоне и сахарная пудра. Количество необходимых ингредиентов в описании под видео. Холодные сливки взбиваем вместе с сахарной пудрой. Сливки сбили до такого состояния, теперь добавляем маскарпоне и еще раз перемешиваем. Крем готов. Корж у нас тоже остыл, на него выкладываем крем, распределяя по всей поверхности. Поверх крема раскладываем ягоды, любые, какие у вас есть. Аккуратно сворачиваем рулет, помогая себе пергаментной бумагой. Рулет перекладываем на поднос или на сервировочное блюдо, осталось сверху его украсить. Для украшения я буду использовать оставшийся крем и ягоды. Рулет готов, он абсолютно несложен в приготовлении, но очень вкусный. Обязательно испеките и угостите своих родных и близких, я уверена, что они останутся в восторге. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Буду рада, если вам такой рецепт понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока-пока!